в том числе 72-й механизированный, 58-й и 53-й мотопехотных бригад, в районах населенных пунктов Дзержинск, Солидар и Артемов с Донецкой Народной Республики, 1-й танковой бригады в районе населенного пункта Новониколаевка Запорожской области. Laporan Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 8 September 2022, pertempuran sengit Angkatan Udara Rusia berhasil menembak jatuh pesawat tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kemenhan Rusia lewat akun Telegram resmi mereka. Selain itu, sebuah gudang amunisi berhasil dihancurkan di wilayah Mykolaiv. Unit Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar akibat serangan militer Rusia ke arah Nikolai Kryvyi Rih. Serangan Rusia tersebut berhasil menghancurkan 2 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, dan 5 kendaraan lapis baja. Senjata presisi tinggi juga berhasil menghancurkan markas sementara Brigade Lintas Udara ke-95 di wilayah Slavyansk dan Kramatorsk. Secara total lebih dari 293 pesawat hancur dalam operasi militer khusus di Ukraina. В том числе 72-й механизированный, 58-й и 53-й мотопехотных бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Солидар и Артемов Донецкой Народной Республики. 1-й танковой бригады в районе населенного пункта Новониколаевка Запорожской области. А также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 160 районах. Уничтожены 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Север Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Белая Креница Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе Маломихайловки Днепропетровской области радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей. Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Червоноселовка, Очеретоватая и Александровка Запорожской области, Владимировка, Кирилловка, Новоандреевка и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой Народной Республики, Любимовка, Крещеновка, Кирова и Томина-Балка Херсонской области, Алисовка Харьковской области, Синьковка Черниговской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Раковки Херсонской области. Кроме того, перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 «Хаймерс» в районах Новой Каховки, Молодежного, Херсонской области, Новоосиново, Грушевки, Харьковской области и 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Алька» в районе Антоновки, Херсонской области. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.